После объявлений в СМИ полицейским удалось задержать уроженца Республики Дагестан Даудова Али Курбан Ибрагимовича, 83-го года рождения. Сегодня его доставили в Орел. Напомним, он долгое время находился в федеральном розыске. По версии следствия, именно Даудов скрылся с места недавнего ДТП, которое случилось на трассе Орел-Знаменская. Установлено, что Даудов 12 июля 2013 года примерно в 1:30, управляя автомобилем на автодороге Орел-Знаменская, допустил наезд на двух пешеходов. Молодого человека 1991 года рождения и девушку 1994 года рождения. В результате оба пешехода скончались на месте ДТП. При задержании Даудов сопротивления не оказывал. В настоящее время он уже доставлен в Орел. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. И сейчас следствие выходит в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде ареста.